Утренний парк. Слушаем утренний парк. Замечательно. Вот откуда можно черпать настроение, вдохновение, энергетику. Прошелся. Совсем другое ощущение. Возможно, вы слышите низкие частоты, это стеклотарный завод шумит. Вот это уже звук, и сам по себе этот завод является мощнейшей технопатогенной зоной. Своими вот этими низкочастотными вибрациями он тут разрушает все. Хорошо так удалиться, где нет шума. Как я иду? То есть это довольно-таки быстрый шаг. И это хорошо. 8:21. Наша прогулочка подходит к концу. 5 кругов сделано. Можно тут показать, сколько пройдено. А, видите, вот тут кольца. Желтый — это тренировка в виде ходьбы. Закончена она. И прошел я 4 860 метров, 4 километра 860 метров. Но это еще могут быть данные устаревшие. Сейчас подойдем, он тут пересчитает. Вот и хорошо, просто замечательно. Природа начинает просыпаться. Снег стаял. Только что лежал. Сугробы огромные. На тебе. Все стаяло. Вот тот мост, слышите? Тоже техногенная зона. Гремит своими низкими частотами. От всего этого надо держаться подальше. Ну вот он разлив. Посмотрим. На разлив.
Вон полетел аист, тяжело махая крыльями. Здесь же лебеди носятся. Вообще-то вот это именно место силы. Вот там впадает Рыгинский ручей. Вот за тем деревом речка глубокая. Ну и вот он, Северский Донец. Со всей своей мощью. Видны мели. Они должны покрыться водой. Ну а на дне чего только нету. Поэтому прыгать ни в коем случае отсюда не надо, особенно вниз головой. Вон, по-моему, уточки гребут, вон они. Так. Угу. Значит, 5 километров, 100 метров окончательная цифра моего прохода. Время 8:25, пора домой. Завтрак и поездка в Ростов.